Привет, я зовут Вова. Сейчас вот это. Сейчас дома ищу. Это ты нарисовал дорогу, да? Я жду. Сейчас что рисуешь? Дом. Давай, дом рисуй. Так, дом нарисуешь. Потом что будешь рисовать? Окно. Крышу, окно, да? Угу. Так, нарисуешь дом, потом что будешь рисовать? Крышу. Нет, когда дом нарисуешь, что будешь рисовать? Травки. Травку, еще что? Цветочки. Цветочки, еще что? Крышу. Нет, крышу ты уже дом нарисовал. Травку, цветочку, еще что у тебя будет в рисунке? Вова, мама, папа, Данил. Угу. Еще что? Семья. Семья наша, да? Да. А солнышко будет? Да. Еще что будет? Будет крыша. Опять крыша. Крышу мы уже поговорили. Крыша будет. Солнышко, еще что будет? Облака, солнышко. Облака, солнышко, еще. Птички будут летать? Да. Молодец, давай рисуй. Давай сейчас это ты все карандашиком нарисуешь, а потом будешь раскрашивать, да? Разными разными цветами, да? Теперь Вова у нас раскрашивает рисунок, да? Вот это папа, это Данил, это Вова, это мама, это Андрей. Да. Это семья. Вова с братиками, мама и с папой, да? Еще крыша. Давай, облака, да, теперь раскрашиваешь? Да. Давай сейчас раскрасишь все, а потом мы покажем, что у Вовы получилось. Вот. Ух ты, молодец, какой красочный рисунок. Кого ты тут изобразил? Папа, Данил, Вова, мама, Андрей. Да, Вова и братья. Данил, Андрей и мама с папой, да? Вся наша дружная семья, да? Да. И еще кто? Что тут еще, вернее, нарисовано у тебя? Дом, дорога, птички, еще облака, и даже солнце. Угу. Дерево, да? Да, да. Ух ты, красота какая, молодчинка. Твоя мама тут красивая в розовом платье. Молодец.